Мы вновь возвращаемся к теме безналичной оплаты проезда. Несколько дней назад водитель 60-го маршрута высадил девочку, которая хотела оплатить проезд по карте. А в транспортном средстве не оказалось специального терминала. Между тем, по закону, с 1 января все перевозчики должны были установить такие устройства во всех транспортных средствах. А в случае отсутствия терминалов, перевозить пассажиров с транспортными картами бесплатно. Следственный комитет по Чувашии начал доследственную проверку. В настоящее время в целях установления всех обстоятельств произошедшего проводятся необходимые проверочные мероприятия. Принимаются меры к установлению личности и опросу малолетней, ее родителей, водителя, а также владельца транспортного средства. В ходе проверки будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшему, а также будет дана правовая оценка как действиям водителя маршрутного такси, так и его владельца. Результатом проверки будет принято процессуальное решение. Если с вами случилось подобное, обратитесь с жалобой по телефону горячей линии 23 51 99. Городская администрация вправе расторгнуть договор с перевозчиками, которые не соблюдают требования действующего законодательства.